Твори добро и не судим будешь. В немецком Эссене троих горожан приговорили к крупным штрафам за безразличие. Каждый из них проигнорировал человека, которому нужна была экстренная помощь. Что именно произошло, Татьяна Лагунова подробнее. Наказание за равнодушие суд Эссена приговорил к крупным штрафам троих жителей города. Они обязаны заплатить в среднем по 3000 евро за то, что не оказали помощь пожилому человеку. Случай, который шокировал Германию, произошел год назад в одном из банков Эссена. Камеры наблюдения сняли вот эти кадры. На полу лежит мужчина. Несколькими минутами ранее он зашел в банк и потерял сознание. В течение получаса в отделении один за другим заходят трое клиентов. Они перешагивают через лежащего, снимают в банкомате деньги и уходят. Сегодня все эти люди признаны виновными в том, что не оказали первую помощь. Отговорки и оправдания, мол, приняли мужчину за спящего бездомного, судью не убедили. Скорую, кстати, в отделение банка спустя полчаса все-таки вызвали другие посетители. Мужчину госпитализировали, но через неделю он скончался, так и не придя в сознание. Экспертиза установила, при падении он ударился головой и получил тяжелую черепно-мозговую травму. И даже если бы врачи приехали сразу, исход был бы летальным. В обвинительном вердикте говорится, подсудимые нарушили обязанность проявлять солидарность и помогать окружающим. Немецкие юристы считают, что это решение может стать прецедентом и, возможно, сделает общество немного внимательнее и добрее. Татьяна Лагунова, Вячеслав Фролов. Подробности немецкое бюро телеканала «Интер».